Всем привет, с вами Прия. Сегодня немножко уникальный формат видео с уникальной съемкой. Сегодня мы вскрываем подарочки, которые были получены на Игромире. Это вот первый подарочек, который будет вскрыт. Я не знаю, что там. Вот. Его я вскрою сегодня, прямо здесь, сейчас. А вот и этот вот подарочек. Вот этот вот. Я его уже вскрою дома. В среду, когда прилечу. Ну что? Начнем? Так, что нам нужно сделать, чтобы это вскрыть? Ага, нужно потянуть за веревочку. Опа. Так, а дальше? Наверное, как-то должно было по-умному это делаться. Но 7 лет игры за Вара дают о себе знать. Окей. Убрали ниточку. Идем дальше. Что у нас тут? Я хочу вскрыть максимально аккуратно, чтобы не повредить то, что там есть внутри. Это что? Так, мне, наверное, потребуется две руки, поэтому чуть-чуть черного экрана, окей? Айфон? Нет, я прекрасно понял то, что это премиум чоколад, шоколад. Самое, что интересное, на мой вопрос, что там внутри, что не растает это, ничего не сгниет, ответ был дан, что нет, ничего не случится. А, он вот так открывается. Или нет? Так, еще разок черного экрана немножко. Ну, да, это не домашнее вскрытие. Дома я пользуюсь штативом, который у меня давно-давно еще есть. Ну, как штативом? Пюпитром. Вот. А тут у меня ничего такого нету. Увы. Опа. Честно говоря, после того, что случилось сегодня, мне даже стыдно его открывать. Закончим на этом. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги. И помните, какой стороной монета. До скорого. Ждите отчетный видосик с Игромира. Он будет очень скоро.